В этом году Мурманская область отпразднует свой юбилей – 80-летие со дня образования. В честь значимой даты краеведческий музей дает старт культурно-просветительскому проекту под названием «День с музеем». Какой город станет первым на пути передвижной выставки и что ждет посетителей? Тему продолжит Юлия Копанева. Проект «День с музеем» был создан специально для жителей небольших городов и поселков области, в которых нет своих постоянных выставочных залов. В первую очередь мы будем знакомить людей с музеем. Что вообще представляет из себя музей, какую мы проводим работу, виртуально познакомимся с нашими экспозициями, чтобы посеять интерес и, возможно, при приезде в город Мурманск, в столицу Курского Заполярья, жители заинтересуются и придут уже потом в сам музей. Задача проекта – рассказать о главном музее области, в котором удается побывать далеко не всем жителям отдаленных от Мурманска районов. Это культурно-просветительский проект с четко, ясно определенной краеведческой направленностью. Первая выставка будет организована в Полярных Зорях. Жители и гости города смогут познакомиться с передвижными экспозициями. Для школьников пройдут показы учебных программ об истории Кольского края. Для самых маленьких северян организуют показ интерактивной программы. Музей имеет хороший опыт и уже богатый потенциал именно по передвижным выставкам. У нас их свыше 40 единиц, можно так сказать, различной направленности, и посвященной истории, и природе края, и различным событиям, которые в то или иное время проходили на территории города Мурманска и области. Конечно же, мы будем показывать. В течение года такие выставки покажут в Зеленоборском, Туманном, Алакурте, селе Белое море, Зареченске, Островном и Ведяево.